Они сейчас там, наверное, да? Нет. Здрасте. Ой, я думал, наши здесь. Мы потеряли. Ребята репетируют танец, который хотят поставить на свадьбу своей сестры. Ну, такой подарок своеобразный сделать. Это кинотеатр, это лекторий. Пользуются по-всякому. А люстры сделаны из банок из-под сгущенки. Глазок много, сделан, да? Этих банок. Очаг сделан из газового баллона. А он на чем, кстати, на газу? Он на дровах. Просто там к нему какой-то подходила какая-то штука. Какой-то этот... Вот там шланг. Написано «Толстый зато тигр». Все это сделано из бесплатных материалов, поддоны там. Все, здесь помещается порядка 80 человек, в лучшие дни бывает. Ну, вчера здесь было порядка 50 человек, достаточно. Здесь там присели, но интересно. Перспектива. То есть, брат, призрак, страняшка, толстая, толпа, 100% и небесный житель. Там девчонка с Исландии написала, когда Ирон шоу мас был он. Если ты остин, то шоу должно продолжаться. Вот наш мотоцикл. Рабочий? Так, будто я вот на Ламборгини. Это Сурал, да? Да. Здесь такой своеобразный рисунок, который показывает, как молодежь, уходящая в город, замечает человека, который играет на Пикшен Фондере. Это последний остинский сказитель. Последний парень обернулся, и непонятно, пойдет он навстречу к сказителю и возьмет свои аутентичные древние ценности за основу, либо уйдет в город почитать чьи-то ценности. Скорпион. Да. Скорпион сделан из катализатора, из глушителя. Ребята повозились с ними. Какой артефакт. Пойдем дальше. Здесь наш первый рисунок. Мы сделали баллончик. Это сова. Весьма. Сын из Леона, из фильма «Леон». Если помните, там девчонки был открытый живот. А я ненавижу открытые животы, и в портале запрещено ходить закрыть с открытым животом. Я и закрасил. Отель мы сделали площадки на горе, и любой автостопщик может остановиться и разложить свою палатку, остаться абсолютно безвозмездно. Ну что касается денег, помочь он может заплатить как бы не деньгами, а творчеством либо трудом, там, наколоть, подмести. Ступенечки там такие вылазили хорошие. Эти столбы. Стандартного хода. Это первая работа вообще в скульптуре, которую приходилось делать. Ну, каким Булатом Бубкаевым сделали ее за 2 недели. Ежегодно в него будет высаживаться однолетнее вьющееся растение и захватывать его, и он будет оживать. Вон там на стене нарисован человек, под ним горы, он сам космос, а в голове у него галактика. И по бокам написано «Алсен Ришалсен», да, все,
елку такую сделали с поддона, тоже бесплатный материал. Пока ее сложили в чулан, она стояла на входе. Наверное, на Новый год соберем. Огородили забором здесь все, чтобы никто никуда не упал. Все говорят о безопасности целыми днями. Только говорят.